Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FrontCam. На Mitsubishi Lancer 9-го поколения установили головное устройство на базе Android от компании CanBox. Модель H-Line, диагональ экрана 8 дюймов. Встает достаточно аккуратно в штатное место автомобиля через специальную переходную рамку с небольшими доработками. Ну, итоговый результат выглядит достаточно аккуратно. Магнитоли богатый мультимедийный функционал, работает на системе Android, работает достаточно быстро, плавно, можно скачивать любое приложение из Play Market. Как видите, здесь самые популярные уже предустановлены: YouTube, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор и множество других. Есть эквалайзер для настройки звука, возможность подключения телефона по Bluetooth для прослушивания музыки либо для громкой связи. Также возможность подключения Android Auto либо CarPlay как проводным, так и беспроводным путем. И множество других полезных мультимедийных функций. Есть возможность разделения экрана. Можно одновременно включать два приложения. Адаптировались подсветки автомобиля. При переключении габаритов автоматически регулируется яркость. Включается подсветка физических клавиш. Здесь у нас модель идет с физическими клавишами быстрого управления магнитолой. Можно регулировать звук, переключать треки и также получать быстрый доступ, например, к меню радио, Яндекс.Навигатор, открывать и возвращаться на домашний экран, включать музыкальный плеер, переходить в меню громкой связи. Яркость также можно регулировать вручную, при желании можно отключать экран. Магнитол на фоне будет работать, но экран будет выключен. Панель управления кондиционером перенесли в нижнюю часть. Также идет там специальная переходная рамка под нее. Все выглядит очень аккуратно. Бардачок вводится дополнительный USB-порт и слот под сим-карту для подключения к интернету. Также подключиться к интернету вы можете, раздав его с своего мобильного устройства. А в USB-порты подключить флешки с музыкой, с фильмами. Как видите, подсветка RGB, ее цвет можно настраивать. На данный автомобиль есть различные варианты мультимедиа, как с физическими клавишами, как здесь, так и полностью сенсорные варианты с различными диагоналями и характеристиками. Более подробно вы можете узнать у нас на сайте или обратиться к нашим менеджерам, они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Также есть установочные центры в Москве и в Питере, где наши специалисты грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. Есть доставка по регионам, с постоплаты вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть своя служба технической поддержки. Обращайтесь, будем рады помочь.